Может, уже отстанете от ребенка? Простите. Артур, у меня для вас плохие новости. Эта встреча последняя. Вы не слушаете. Одни и те же вопросы каждую неделю. Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные. Для всех, кто думает, что легко справиться с моей работой, вот, посмотрите. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж, ты чертовски прав. Это все так ужасно. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня. Думаешь, это смешно? По-твоему, это шутка? А Мюррей хотел попросить. Да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Send in the clowns. Говори. Немедленно. Сначала ты. Меня зовут Сара Коннор. 29 августа 97 года мы с моим сыном Джоном предотвратили судный день. Спасли 3 миллиарда жизней. Такое резюме устроит? Не устроит. Может, ты и изменила будущее, но не изменила судьбу человечества. Что ты такое? Я таких еще не видела. Почти как человек. Я и есть человек. Только усовершенствованный. Давай проясним. Моя миссия — защитить ее. Подвергнешь ее опасности, я тебя уничтожу. Ясно. Я за руль. Все равно запищит. Все мое тело оружие. Девчонкам рассказываю. Прости. За мной, скорей! I'll be back. Послушай, мы все умрем, если ты не справишься. Как нам его остановить? Бороться бесполезно. Только убегать. Сара! Ты веришь в судьбу, Сара? Если не получится, мы все умрем. Знаешь, когда все закончится, покончу и с тобой.
передали тебе все знания. Ты обрела мудрость тысячи поколений. Но это твоя личная битва. Что вы знаете о проекте «Лимар»? Корабль исчез примерно через 16 лет после старта. А кто был командиром? Мой отец, сэр. Твой отец экспериментировал со сверхсекретным материалом, опасным для всей нашей Солнечной системы. Все формы жизни могут быть уничтожены. Ты должен выяснить, что там происходит. Я люблю тебя. Я волнуюсь за тебя. Ты уверен, что готов к этой миссии? Я готов. Мы собираемся вступить на чужую территорию. Главное — выполнить миссию. Пути назад нет. Ничто не может подготовить тебя к тому, что там. К звездам в кино с 26 сентября. Охотник за головами – непростая профессия. Не думаешь? «Мандалорец» озвучено проектом Flarrow Films. Прямо как и все остальные во Вселенной, так? Верно. Что ж, у меня нет поводка. Сожалений. Со мной каждый день станет приключением. Yeah.
леди и братья. Озвучено проектом «Флорум».